Жительница села Хайракан Екатерина Кыргызовна Чамба раньше работала в школе. Преподавала экологию, была заместителем директора по воспитательной работе, учителем начальных классов. Выйдя на пенсию, все свободное время посвятила любимому делу – выращиванию овощей и рассады. Более 10 лет она вместе с мужем и при поддержке родственников обеспечивает рассадой овощных культур не только односельчан и улухемцев, но и жителей других районов, постоянно участвуя в республиканских ярмарках. В марте прошлого года семья Чамба приняла участие в программе грантовой поддержки «Агростартап» и прошла конкурсный отбор. Растениеводством занимались давно. Как эколог, мне эта работа ближе, по душе. У нас работа большая, но каждый день тут в огороде, в поле работаем. Не успеваем, иногда не успеваем. Агростартап, ну, программа хорошая, но работа ответственная. С получением гранта ответственности прибавилось, говорит овощевод. Ведь средства господдержки нужно еще оправдать, отработать. На средства гранта чуть более 1 000 000 рублей приобрели прицеп к автомашине, водопомпу, построили 2 теплицы по 100 квадратных метров. Все бы хорошо, и картофель посадили на поле, и капусту, и морковь, и свеклу. Всего более чем на 2 гектарах возле реки. Помогали 2 молодые семьи родственников. С расчетом на будущий урожай заказали картофелекопалку. Но неожиданный удар нанесла стихия. Разлившаяся река смыла все посадки. На сегодняшний день составили акты. 2 раза была комиссия. Нам жалко, конечно, много там потратили за семена. Ушло много денег. Несмотря на проблемы, семья овощеводов с надеждой смотрит в будущее. Мало получить хороший урожай, надо еще суметь правильно им распорядиться. Это значит, что нужно заранее договориться насчет найма сельхозтехники, а затем и поставок овощей организациями жителям района. Местные власти в курсе их чаяний. Поддержка обещана. Добавим, что в 2023 году получателями гранта «Агростартап» стали 12 фермеров республики. Господдержка предоставляется ежегодно на конкурсной основе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка предпринимательской инициативы. Мадар Сандан, Тайхан Дангак, Софья Сая, ТВА-24.